последние дни мая внутренний дворик средней школы номер 15 полнится голосами ее учеников. Традиционная линейка собирает вместе представителей младшего и старшего звена. Большой дружный коллектив ежегодно пополняется новыми представителями. И также каждый год школа прощается с 11-классниками. В этом году 60 юношей и девушек начнут новую страницу своей жизни. Наверное, это радость, смешанная с печалью, что мы покидаем все-таки школу, но и в то же время открывается новая жизнь, поэтому все же нетерпение, наверное, радость, да, приятное ощущение. Для каждого из этих 60 ребят школа за 11 лет стала настоящим домом. С ней было связано все. Первые успехи, первая любовь, первые неудачи и радости. Да, расставаться с учебным заведением грустно, но впереди этих целеустремленных молодых людей ждут новые горизонты. Я вообще не могу никак описать свое состояние. Я до сих пор не верю, что этот день настал. Мне до сих пор кажется, что завтра нужно в школу, что нужно прийти домой, сделать уроки, подготовиться к экзаменам. Ну, к экзаменам еще готовиться надо, но я не могу поверить, что я школу закончил. Школа сама хорошая. Ну, вот учителя, коллектив очень хороший. И, ну, просто вот ребенок шел в школу с хорошим настроением, с удовольствием. И, в общем-то, и потом еще какие-то после уроков мероприятия, они очень дружные, всегда где-то выезжают, собираются. И вот эта сплоченность прошла вот все 11 лет, она их не покидала. Дети очень сплоченные и дружные, так же, как и мы, родители. По традиции на торжественной линейке свои заслуженные награды получили отличники учебы, активисты общественной жизни школы и класса, победители и призеры городских, областных, республиканских и международных олимпиад и конкурсов. Большое количество награжденных подтверждает то, что в средней школе номер 15 созданы необходимые условия для всестороннего развития личности. Линейка действительно это очень важное, трогательное, трепетное и волнительное событие. Всякий раз, когда уходят наши выпускники, я испытываю чувство опустошения. И мне кажется, таких больше не будет никогда. Но приходят новые, и новые достижения, новые радости, новые эмоции. Итак, повторяется из года в год. И я очень рада, что у меня такая профессия, когда я могу испытывать вот эти эмоции. Такой трепетный и такой волнительный момент звучит последний звонок, с которого для всех этих ребят начнется очередная страница жизни. Для малышей – новый класс и новые знания, для выпускников – взрослый путь. А звуки вальса помогли пробудить в душе самые ценные воспоминания из школьной поры и вернули на мгновение в детство. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щербантон, Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.